Ледовый дворец в Советском ожидает глобальная реконструкция. Проблемные точки здания – это покрытие на полу, а также крыша. Все это вследствие нарушений, которые были допущены при строительстве объекта. Протекание кровли влечет за собой порчу имущества и внутренней отделки. По мнению главы района Евгения Буренкова, работы по всем конструктивным элементам должны быть проведены в этом году. До 1 июня необходимо подготовить проектно-сметную документацию. К ремонту приступят уже летом. Еще один важный спортивный объект Советского района, который сегодня нуждается в реконструкции, это здание бассейна школы Олимпийского резерва. Сейчас также рассматривается вопрос о приведении его в надлежащее состояние. Оба сооружения имеют важную социально-экономическую значимость для всего муниципалитета. Ежегодно они являются площадками для проведения соревнований как всероссийского, так и регионального уровней.